Этой осенью Kia продемонстрировала свой футуристичный концепт кроссовер. Модель будет носить имя Niro и станет младшим братом кроссовера Soul. Концепт был задуман дизайнерами как предвестник будущей городской модели сегмента B. Однако, по словам главного дизайнера Kia Motors в Европе Грегори Гийома, Niro обладает интригующим дизайном, нетипичным для этого класса автомобилей. Наиболее заметными дизайнерскими изысками концепта стали компактные широко расставленные фары, похожие на запонки-противотуманки, и стильная двухтоновая краска с кислотно-желтыми акцентами. Под футуристичным кузовом Niro, напоминающим последнее творение французов, скрывается гибридная силовая установка. Задние колеса приводят в движение электромотор мощностью 50 лошадиных сил, а к передней оси подключен турбодизель объемом 1,6 литра, выдающий более 160 сил. Этот гибрид станет базой для создания сразу нескольких вариантов силовых установок. Впрочем, кроме гибридов, серийная версия кроссовера получит и малокубатурные бензиновые турбомоторы. Базой для будущего паркетника, скорее всего, станет модифицированная легковая платформа Kia Ceed. Корейские производители подчеркивают, что новый кроссовер был разработан европейцами для европейцев, а значит, стиль и практичность станут сильными сторонами будущей модели. Недавно в сеть просочились дополнительные подробности о планах корейцев на серийный выпуск компактного кроссовера. Согласно полученной информации, идейный последователь Niro поступит в продажу уже в 2015 году. Похоже, что перед нами главный соперник экстравагантного японца Nissan Juke. Найдет ли кроссовер Kia поклонников в Европе, мы узнаем уже через полтора-два года.